Что я нажала? Просто нажми так, это все. Я до этого нажала на тебя, сфокусировалась, все хорошо. Нет, это я вижу, что мутно. Вторая рука, ты делай что? Все. Ребята, всем привет. Как всегда, всем привет. У нас сзади два чахоточника сидят маленьких. Показал их, да? Да. Опять они заболели. Непонятно, кто кого правда заразил в этот раз. Но, походу, ангина у Насти. У нее белые пятна, налет на гландах. Слава у нас кашляет. У него непонятно, то ли есть налет, то ли нет. То ли творог он часто ест, это от творога там маленькие какие-то эти. Так что... То есть у Насти видно, они такие желто-белые. Да. А у Славика маленькие белые крупинки, но он у нас сегодня два раза ел творог. И думаем, что на гландах как бы этот творог зацепился. Ну, промыть его промыли, там все равно получается. Ну, ладно. Вот. Пропускаю пешехода, пешеход пропускает меня. Все как в России. Ребят, всем привет. Всем привет. У нас сегодня был очень-очень насыщенный день. Мы сегодня помогли батюшке Александру купить машину. Как ты вообще даже не снял, как мы смотрели. Мы сейчас как бы, когда остановимся возле его дома, когда это покажем, за деньгами, да, пойдет, мы покажем машинку. Вот, расскажем, батюшка поздоровается. Он знает, что мы держим канал на YouTube, как бы приветствует это все. Вот. И пока мы с батюшкой машины осмотр делали у Славки Ломанова, у меня у друга как бы в сервисе, Маришка выиграла. Чего выиграла? Ну-ка расскажи. На. А ты сейчас ставишь гидроли? Все хорошо снимаешь? Опа! Ты мне так передал, я так и взяла, по-моему. Видели, да, ребят? Ну что выиграла, ты рассказывай. Я выиграла билет в Горьковский парк. Честно говоря, не совсем поняла, там на сколько минут, как бы, на аттракционы. Я зашел в сервис, извини, что перебил. Ребята говорят, я говорю, вот батюшка пришли, говорю, машину играть, это посмотреть, 30. Они говорят, так ты сам уже батюшка и похож стал бородой. И чузайка перебил. Ребят, у меня привычка дурная, перебиваю, да. Мысли летят, видимо, я ничего больше не думаю. Но когда поедем забирать, я и выиграла на Юмор ФМ. Да. Когда поедем забирать этот подарочный сертификат, мы точно узнаем, что я выиграла. Там надо было просто первой дозвониться, я дозвонилась два раза, там каждый час был розыгрыш. И первый раз я дозвонилась, вышла в прямой эфир, и у меня это сбросилось. Я через час еще раз дозвонилась. Взяли Kia Rio за 230 тысяч. 2008 года. Да. Ну нет, я рассказал заранее, что за машину взяли. Может, так кому-то ты ее будет будешь интересно показывать, и покажешь. Дорого, расскажешь. Просто недорого, ребят, то вот у нас в подписчиках, может, расскажете, механика, как у вас в регионе. Механика получается, ну там один собственник был. Да, две подушки на месте, все как бы крыло шорканное, и сзади получается жопа чуть-чуть мятая, но лонжероны все целые. То есть еще в этом, в дверце этого сиденья, как это, пассажирского переднего, личинка, ковырялись, да, личинка взломана. Ну это ерунда. Тоже сигнализация стоит, ну там что по замену, он просто пробку пластиковую наклеит туда, да и все. Я уже ему объяснил, как это сделать. 50 рублей даже не выйдет, даже 30 рублей не выйдет. Дешевле все это будет. А сейчас ты на Куйбышеве, у нас такая пробка, блин, ребята. А время 4 часа, и люди все, с работы. Как бы, да. Вдоль у нас идет забор, этот авиадвигатель. У Марины мама работает. Да. Всю жизнь папа тут у нее работал. И получается, что там же посменно люди работают. Кто начинает с 6 утра работать, у них, ну или с 7, у них 4 уже заканчивается. Вот, ты покажи работа. Так тихонечко, хотя бы как красиво забор украшен. Авиадвигатель, это знаменитые двигателя. Да, ну, у нас Пермь, город заводов у нас. Это в центре находится завод. Говорят, скоро его перенесут. Ну, опять же, стеклопакеты он делает, смотри, на заводе. Да, так что не факт, что перенесут. Как бы, да. Ну, ребята, его бы давно бы, конечно, перенести отсюда, потому что воняет. Вот здесь утром, когда работают вот эти, получается, вон трубы дымят, к сожалению, не сможешь, наверное, заснять там вверху. Они, когда дымят, и ветер в сторону, допустим, центра, то очень сильно запах, какую-то резину жгут, такой вот вонючий запах прям противный. Но с другой стороны, это центр, это получается между Героев Хасана и между... Ну, несколько кварталов, завод он сам составляет несколько кварталов, то есть квартала 3 пожарки, кто-то кому-то карты проиграл, квартала 3 или 4, вот он... Завод только в длину, а в ширину еще пару кварталов получается. Вот настолько огромная площадка, а он еще раньше больше был.
Не считая этих героев Хасана, Куйбышева. Ну, опять кто работает на заводе, добираться удобно, когда говорят, его перенесут туда на Южный, как они туда будут ездить, непонятно. Ну, автобусы, наверное, куда ходить, излучение будет. Зато здесь стопудово построят дома. Ну, конечно. В центре земля дорогая. Центре, да, конечно, тут такой город будет. Это, ну, ребята, даже не знаю, сколько здесь домов идет, но очень много, по сути, это дело. Кто-то говорил, что мы в машине не будем снимать видео. Ты говорил. Так что вот. Маринка с батюшкой познакомилась, она до этого батюшку не знала, как бы я его еще знал, когда он еще батюшки не был. Саша ходит. Куча вопросов ему, да, др-др-др-др-др. Я говорю, ты что, говорю, батюшка вопросом завалил? Она говорит, следователь во мне не умрет. Я все узнал, что мне надо было. Ну, общение, как бы, такое, батюшка, приятное достаточно. Легкое общение. Легкое общение, да. Получается, как бы отдыхаешь, разговариваешь. Он едет впереди нас, мы за ним едем. Да, там где-то через машину, получается. Я вот контролирую так. Чтоб не уехал. Да. С ним, как бы, посмотрел комнату. А это Покрова Богородица. Понимаешь? Икона нашла сама себя. Я вам сейчас тоже покажу иконку вот эту. Ага. Вот, ребята, купили вот такую машинку. Батюшка постеснялся в кадре. То есть только за кадром можете услышать. Вот такую красавицу мы сегодня приобрели. Очень красивая, очень хорошая. Мне понравилось. Я сразу полюбил. Это самое главное, что когда ты сел в машинку и все, понял, что это твоя машинка. Такая вот красавица. Скоро мы поставим на учет. Я с батюшкой съезжу обязательно. Вот. Будет кататься по пенским дорогам. Да, будем ездить все вместе.